7 марта 1945 года. 7 марта 1945 года войска 2-го Белорусского фронта с боем овладели городами Гнев, Старогард, важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к Данцигу, а также с боями заняли более 200 других населенных пунктов. Войска 1-го Белорусского фронта завершили ликвидацию окруженной группировки противника южнее города Шиффенбайн. По предварительным данным, в этом районе взято в плен более 8 тысяч немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 10-го немецкого армейского корпуса генерал-лейтенант Краппе вместе со своим штабом. За 7 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника.